пациента, снижение тестостерона, также высокая степень близорукости. На обследовании МРТ обнаружили микрокровоизлияние на гипофизе, киста маловероятна. Консультативное заключение. По МРТ пациента 25 лет, выполненного 26 апреля 2022 года. На серии МР-томограмм гипофиза с динамическим контрастным усилением получены следующие данные. Гипофиз в турецком седле, железо в размерах не увеличено, 1,3 на 1,0 на 0 см 6 мм, диафрагма уплощена, симметричная, воронка чуть скошена вправо. Дно седла не скошено. На доконтрастных изображениях участок повышенного сигнала на Т1 и сниженного на Т2 и между долями. Нейрогипофиз дифференцируется отчетливо. Отмечается после контрастирования отчетливый участок задержки накопления контраста около 3 мм. Супраселлярная цистерна не деформирована, хиазма не изменена, не компримирована, клиновидная пазуха пневматизирована. Расстояние от гипофиза до хиазмы 4 мм. Заключение. Данных за микроаденому гипофиза не получено. Наиболее вероятно, киста кармана Радки с повышенным содержанием белка. Зав. Кафедрой профессор Холин А. В. Заключение не является окончательным диагнозом и оценивается вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Данные МРТ не могут служить единственным показанием к принятию решения о хирургическом или другом лечении. Вопрос пациента. В моем случае киста кармана Радки может влиять на ухудшение зрения. Может ли она влиять на снижение уровня тестостерона? Гормоны гипофиза в норме, в середине референтных значений. К какому врачу посоветуете обратиться для наблюдения? Ответ профессора Холина А. В. На зрение влиять не может, на уровень тестостерона тоже.